Всем привет, мои дорогие! Отличного вам настроения! Сейчас я вам покажу свои новинки из гипса. Да, снова новинки, но это как раз-таки эти самые, которые долго у меня сохли. Вчера я их покрыла лаком. Змейки теперь у меня появляются. Вот сейчас нужно их будет также отфотографировать и уже можно выставлять на Озон. Те товары, которые я фотографировала вчера, я уже выставила вечером карточки. Ну, также, если вот, которые у меня карточки уже, скажем так, вот, ну, заканчивались, да. Это, например, был набор белый с золотой поталью. То есть я его обновляю, карточку дополняю. Еще там что-то обновил, уже, честно, не помню. Ну, давайте смотреть. Вот сейчас новиночки. Кстати, солнце так сейчас светит ярко. Ярко за окном. И я вам покажу. Ну вот, даже лампа не нужна. Так светло. Все, это все уже готово. И знаете, вот на солнечной стороне стоит. Ну вот буквально, да, сутки еще, наверное, даже не прошли до конца. Уже все абсолютно просохло. Смотрите, какой классный слоник. Не знаю, почему-то захотелось мне его сделать вот таким перламутрово-желтым. То есть это прям не совсем такой желтый цвет, да? Не знаю, вот опять, мне кажется, камера все равно не передаст. А он получается вот именно перламутровый. Такой классный слоник. Так, ну здесь ручки. Ручки. Те самые серые ручки. Серые с белым. Такой вариант. Эти опустила, эти поставила. Так, да, крылышки для ангелочка. Не для ангелочка, прошу прощения, для малыша. Вот, собственно, и малыши, их тоже я покрыла. Какая милота, да? Покрыла лаком. Вот они, красавчики. Шкатулочки просохли. Я еще вот сама, честно скажу, вот вместе с вами подхожу к окошку посмотреть. То есть я сегодня не смотрела. Но я уже как бы предполагала, что все просохло. Почему? Потому что вчера, когда я поэтапно покрывала лаком все вот эти товары, знаете, я ставлю что-то на окошко, дальше иду делать, возвращаюсь, приношу новое. А уже предыдущее, оно сухое. То есть как бы я знала, что все просохнет. Вот такие шкатулочки. Ну, сейчас все это, конечно, отфотографирую, а вечером, наверное, опять ближе к ночи буду выставлять. Ну, это обновлю просто карточку. Девочка у меня такая есть. Выставлена карточка. Покрыта просто лаком. Кому-то нравятся, знаете, раскрашенные девчули, а кому-то вот просто покрытые лаком. Ангелочки. Такие красавчики. Представляете, один у меня разбился. Когда я с ним работала, толкнула нечаянно, у него отломилась, не помню, ножка, по-моему, у него, ну, как, часть, в общем, какая-то отломилась, и мне пришлось, разумеется, его выбросить. Подносики. Такие. Гладенькие, знаете, так приятно их держать в руках. Так, ну да, хит сезона. Змейки. Вот эта змейка черная, прям полностью черная. Я сделала ей глазки. Вот такая красавица змейка. Так, это черный цвет. Это белая змейка с золотом, да, такие у нее золотой такой узор, скажем, да. Тоже с глазками она. И, наверное, трясу, а вам хочется, чтобы я задержала камеру, да, и рассмотреть ее. Так, ну и еще одна змейка. Тоже черная, но с золотом. Здесь просто получается черная. А здесь черная с золотом. Вот такие красавчики. Всего пока три змейки, нужно еще заливать, но мне бы эти карточки пока выставить. И сейчас посмотрю, какие змейки будут лучше востребованы, и вообще, что будет больше востребовано, то и буду делать. Так. Ну вот, все вам, в принципе, показала. Вот эта вот серая шкатулочка. Шкатулки, кстати, тоже, знаете, можно, наверное, мне выставлять не наборами, ну, я имею в виду, не как я вот это делала,
примеру, да, показываю вот таким набором, а просто одну шкатулку. Ну, а почему нет, да? Может быть, кто-то хочет просто одну шкатулку, а я их не выставляю по одной. А это поднос я просто немножечко, знаете, я посмотрела, мне показалось, что блеска не хватает лака. Я еще одним слоем лака прошлась. Это вот тот самый набор, который я вчера фотографировала. Будем считать, что я его реставрировала немножечко, но дополняла лаком. Блеска захотелось. Вот, еще вот такая вазочка. Вазочка. Такие вазы у меня в основном же они в белом, в желтом цвете, да, я не помню, еще, по-моему, в бордовом была. А теперь вот такая еще. Можно вообще целый набор собрать, да, руки взять, диффузор, вазочку, шкатулочку. Вот, к примеру, да, это я просто показываю. Если с ручками. А, кстати, в подарок я обязательно, когда мне кто-то что-то заказывает на Озон, обязательно ложу подарок. Без этого, я не знаю, мне как-то грустно, мне хочется, чтобы мои покупатели получали подарочки. И, как правило, как раз-таки этими подарочками являются ангелы. Не знаю, мне кажется, вот если бы я что-то заказывала и получила еще такой подарочек, было бы здорово. Я тут вот накануне заказала форму силиконовую новую. Еще не заливала, разумеется. Я даже еще и вам ее не показывала. Уже будет заливка, тогда покажу. Это обычный стакан с крышкой. Гладкий стакан. Мне захотелось именно гладкий. Потому что я уже придумала, как я его буду затем оформлять. Он будет такой, знаете, немножечко шершавый сверху. Ну, это потом все будет потом. Но я к чему это говорю? Что вот мне было бы приятно, если бы, допустим, продавец положил хотя бы какой-то элементарный подарочек, а ему не было. То есть мне нравится обычно, когда я заказываю силиконовые формочки, то у меня прям подарочки там какие-то есть. Ну, приятно как-то, я не знаю. Это может быть какая-то паталь даже, да, лист патали. Либо что-то там, что еще, я уже не помню. Наклейки были. Ну, то есть разные, разная такая мелочь, и как бы приятно. Но у меня вот фигурки. Кстати, не только ангелочки. Иногда, знаете, я сердечки ложу. То есть маленькое такое сердце. По-моему, тоже приятно. Вот такое не ложила, честно вам скажу. Но я вообще планирую это выставлять. А, и сейчас у меня буду делать фотосессию. Отфотографирую еще вот с этими крылышками в другом цвете. То есть у меня же крылышки есть еще в других цветах. Вот. И по поводу слоника, кстати, тоже напишите, скажите, может быть, мне еще таких слоников сделать. Ну, хотя бы несколько штук вот в желтом цвете, да, в переливающемся таком. Можно еще у меня там другие цвета акрила есть, именно вот такие перламутровые. Можно розового слоника сделать, ну, не знаю, посмотрю. Опять-таки, пока вот этим всем нужно заняться, потому что впереди, честно вам скажу, у меня предстоят большие такие грандиозные видео на кулинарный канал. Я уже там задумку сделала себе. Поэтому несколько дней придется гипсом не заниматься. Ну, физически я просто не успею. Поэтому вот пока то, что есть, вот это все выставлю. Ну, а дальше будет видно. Так, все, мои дорогие, всем отличного настроения. У нас солнышко за окном. Малинка поспевает, клубничка уже прошла, здесь прошла, а на даче у нас еще пока есть. Вчера Диана собирала клубничку, принесла. Все, мои дорогие, всем отличного настроения. Пока-пока, скоро увидимся. Тогда уже, наверное, сниму вам, как я фотографирую в следующем видео. Посмотрите. Пока. Как это там, знаете, видео бывает PS по скриптам. Пока с вами болтала, в телефоне смотрю, оповещение пришло собрать новый заказ на Озон. И вот как раз-таки я, наверное, шортс сниму. Покажу вам, как я собираю заказики, да, вот пока у меня телефон под рукой, то есть пока я еще не погрузилась в другую тему, я сейчас сниму, покажу. Обычно я, кстати, показывала такой ходовой, знаете, товар, это были шкатулки, ручки, вот то, что в основном заказывают, а сейчас у меня заказали большую шкатулку, я вам покажу, как я ее упаковываю уже в видео-шорте. Все, пока!